cried in your weakness, or carry it like Jesus, or just wonder where the peace is. The heart's beautiful, the brain's where the beast lives. All these names. Приветствую, дорогие зрители, с вами Арман Карапетян. В сегодняшнем выпуске вы увидите Mercedes W222. Познакомьтесь. On a train and I'm trying to put my peace in. I paint for days till my pain's raised. The spirit in my lyric phrase. And when it plays, let the fire blaze and remember. Да, мой друг. В сегодняшнем тест-драйве мы снимем Mercedes S350 в кузове 222. Эта машина очень красивая и сзади, и спереди. Но самая красивая находится в салоне. Когда, мой друг, ты сидишь в 222 кузове, ты чувствуешь безопасность. Куда бы твои руки ни легли, ты чувствуешь, что все мягко, плавно. И самое главное, все здесь качественно. Здесь есть много функций. Здесь есть огромное количество функций. Здесь есть регулировка сидений. Есть 6 видов массажа, включая горячий массаж. Здесь очень красивый руль. Половина руля сделана из кожаных материалов, половина из дерева. Здесь двухспицевый руль. Многофункциональный руль. Очень хороший и красивый руль. Здесь еще стоит очень хорошая музыка. Здесь 24 динамика. Бурмистерс. Давайте посмотрим, как он звучит. Давайте сядем назад. Самое хорошее и самое интересное находится сзади. Итак, сейчас мы сидим сзади. Здесь очень удобно. Как вы видите, здесь все очень хорошо. Все есть здесь. Подогрев сидений. Есть много функций. Регулировок сидений сзади. Вот. Здесь, как вы видите, стоит 7-дюймовый монитор. Очень красивый, оригинальный монитор. Климат-контроль. CD-changer. В процессе тест-драйва я так и не понял, лучше сидеть сзади или спереди. Но правду говорю, сзади мне очень понравилось. Здесь очень хорошо, удобно. Просто космос. Больше нету слов. W222 – это лучшая машина в мире, по моему мнению. Итак, давайте сейчас открыть капот и посмотреть, что под капотом. Так, здесь очень хороший, крепкий, мощный, качественный двигатель. Здесь 3.5, дизель, очень экономный по сравнению с 563-ми. Здесь расход по трассе составляет 8 литров, а в городе 12 литров. Очень хороший движок. И еще здесь 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Очень хорошая коробка передач. Наконец-то в Мерседесе будет стоять диодная оптика. Очень хорошая оптика здесь. Но BMW и Audi двигались дальше. У них уже лазерная оптика. Если говорить про первое впечатление, то это самый красивый и самая идеальная тачка, в которую я когда-либо сидел. Итак, давайте подводим итоги. Эта машина очень качественная, очень хорошая. Но он немного для меня стоит дорого. Этот автомобиль стоит 7 миллионов рублей. С вами был Арман Карапетян. Встретимся на следующем тест-драйве. До свидания. Спасибо владельцу за предоставление данного автомобиля на тест. Всегда будьте осторожны на дорогах. Пока!